Красивые парадные не только в Питере, в нашем округе ничуть не хуже. Здесь, в микрорайоне Бахчеванджи, в многоквартирном доме на Беляева 2, настоящая картинная галерея. Пятый подъезд, где на картинах размером от пола до потолка раскинулись поля, течет река и колышутся березы, участвует в смотре-конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». По этому адресу проживает местный житель Алексей Чибитко, который увлекается живописью. Во время пандемии молодой человек решил преобразить свой подъезд. Как результат, два лестничных пролета украшены его пейзажами. Хотелось бы, конечно, весь подъезд обрисовать. Я наш лестничный пролет нарисовал, но хотелось бы, чтобы одна картина перетекала в другую, и так весь подъезд. То есть сверху вообще идея была у меня изначально на самом верху. Это темный фон, звезды, планеты, чтобы дети приходили, смотрели. И потом плавная авиация, самолеты, небо, природа, озеро, ручеек. Этот подъезд не единственный претендент на победу в нашем округе. Название «Лучший подъезд Московской области» номинированы еще 4. Цель смотра конкурса – привести подъезды многоквартирных домов в нормативное состояние и обеспечить жителям комфортные условия проживания. Жильцы тех подъездов, которые проявили инициативу и приложили усилия для создания уникального облика своего подъезда, будут награждены. Посмотреть, как выглядят номинанты, в округ приехали представители Министерства ЖКХ Московской области. Не выходя из дома, можно оказаться на набережной реки Клязьма и полюбоваться видом на часовню Серафима Саровского. Такой пейзаж разместился в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Полевая, 10. На каждом этаже комнатные растения, элементы декора, чтобы создать уютную атмосферу. А в доме номер 18 на улице Комсомольской в Щелкове при входе в подъезд появился космический рисунок. Мы предложили рисунок управляющей компании, а они уже привлекали человека, который рисовал. Мы довольны. Мне понравился, и соседям понравился. То есть, ну, как-то празднично в подъезде. Комиссии из Министерства ЖКХ Московской области показали также подъезд в доме номер 6 на площади Ленина. В 2022 году данный подъезд попал в программу по софинансированию губернаторскую. Был проведен ремонт целиком подъезда с заменой плитки на всех этажах. И также он попал в один из 11 подъездов, которые мы ремонтировали в том году, с тематическим рисунком. Здесь очень хороший активный совет дома. Да, вместе с советом дома, с председателем дома было предложено несколько эскизов, и был выбран такой эскиз. Это центр города, площадь Ленина, старый книжный магазин. Дом сейчас в идеальном состоянии, уборка идет каждый по графику. Знаю, что по этажам даже протирают, лифт, площадки все, двери новые поставили, плитка. И особенно нравится входной подъезд. Старые дома, которые сфотографировали, их опять на нас рисунок красиво. Название лучшего претендует и подъезд в доме номер 4А на улице Бахчеванджи. Подъезд был капитально отремонтирован. Здесь заменили окна, напольную плитку, перила, покрасили мусоропровод. Я просто очень удивлена, что в городском округе Щелково действительно живут такие народные художники, которые по своему желанию так украсили не один этаж подъезда, а почти все этажи в подъезде, изрисованные с тематикой, там не просто обычными рисунками, а именно с таким красивым обзором, что радует глаз. Это очень приветствуется. Областной конкурс проводится в рамках программы губернатора Подмосковья «Мой подъезд». В этом году название «Лучший подъезд Подмосковья» претендует 79 подъездов региона. Евгения Крытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.